Викторина. Безопасность день за днем. Назовите дату, когда отмечается Международный день гражданской обороны. 1 марта. Кем был изобретен противогаз в 1915 году? Русским ученым Николаем Дмитриевичем Зелинским. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может разрушить здание, сооружение? Ударная волна. Что нужно делать, если кто-то чужой позовет кататься на машине? Отойти подальше от автомобиля, позвать взрослых. Как остановить сильное кровотечение на руке? С помощью жгута, наложенного выше места ранения. Как действовать при пожаре? Позвонить 01, закрыть нос и рот влажной тканью, передвигаться ползком. Если загорелась одежда, набросить покрывало. Нельзя бежать. Назовите средства индивидуальной защиты. Респираторы, противогазы, изолирующие костюмы. Ваши действия в условиях радиационной опасности. Надеть средства индивидуальной защиты, спрятаться в убежище. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС? апреля 1986 года. Куда необходимо следовать при объявлении эвакуации? На сборно-эвакуационный пункт.